У нас всего один пулемет. У них 1000. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю, это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок, за 1000 лет войны впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить игру Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Сегодняшняя миссия называется «Все как раньше». Хотя в оригинале она называлась «Как в былые времена». Это я точно помню. Вражеский патруль. Не стрелять. И стала она безумно красивой. Свободен. Прием. Право? Песчаная буря. Почти ничего не видно. Прием. Зулу? Двигаемся на восток вдоль каньона, к северу от дороги. Прием. Первый, убираем группу справа, прямо под нами. Двое слева мои. По моей команде. 3, 2, 1. Пошел. Как в прежние времена. Это точно. Ладно, теперь нам надо убрать другой отряд. И я не понимаю, почему перевели название этой миссии по-другому. Отчаянно не понимаю. Я на позиции. Огонь. У нас мало времени. Они вот-вот найдут тела. Нужно торопиться. Цепляйся здесь. Disciple 4, Оксид, доложите обстановку, прием. Disciple 4, Оксид, вы на связи? Прием. Вперед. Эй, у меня ничего не слышно с севера от Disciple 4. Может, передатчик барахлит? Внизу 2 противника. Спокойной ночи. Ну, поехали. Противник над нами. Пока не стрелять. В нашу сторону идет патруль. Налево, быстро. Пропусти их. Патчер 7, я Оксид. Мы потеряли контакт с Дисайплом 4. Вероятно, просто песчаная буря глушит сигнал. Отправьте людей, пусть проверят. Оксид, прием. Посылаю Винсона и Ламберта. Батчер 7, отбой. Убери курящего охранника или дождись, когда он отойдет. Чао. Поехали. Хорошо. Это было хорошо. Так, спокойно. Тут лучше реально вот так вот передвигаться. Disciple 5, я Оксид. Доложите обстановку. Прием. Жалко, что на... Вниз по лестнице, прямо по курсу. Два векторе. Фонарями. Беру на себя правого. По моей команде. Нет, ЛЦУ. 3, 2, 1. Пошел. Все
чисто. Вперед. Вот у Прайса на Скаре есть ЛЦУ. Disciple 6. Disciple 5 не выходит на связь. Вот на моем нету. Что там? Прием. Тот, что на лестнице. Мой. Вас понял, Оксид. Мы на мостике. Движемся к котельной. Ждем указаний. Всегда меня цеплял вот этот момент. Не знаю почему, но как-то так очень пафосно, красиво и стильно. На фоне такой дымки. Disciple 6. Врывайтесь прям туда и устройте такие зачистку. Силуэты контрастные. Сейчас. Очень дверь стайлово. Приготовься взломать. Бей. Вперед, вперед. Двигаемся. Боевая единица Фокстрот. Зачистка левого сектора. Схема поиска Эхо Чарли. Приступайте. Открытый бой. Огонь. Вот так-то вы не ждали, да, ребят? Многовато вас, ребята, блин. Ну, мы патронами запаслись. Мы готовы ко всему. А у ребят, кстати, пушки не бздёвые такие. Скары. A12. Прям. Так, ну я думаю, стоит обменять на Intervention. Мой щит. Снайпа нам больше не понадобится. Да, байтим на себя. Все выстрелы хорошо. Все чисто, вперед. Срочно к посту. Готовьтесь к доставке Gold Eagle. О, МГшка, это моя тема. Гранаты, кстати. Мы опаздываем. Нужно торопиться. Ой, бляха-муха, я вспомнил этот момент. МГ-4 меня дико доставляет. Не знаю, очень стайловый такой пулемет. Прям. Плюс еще и звук стрельбы подкупает. Прям реально. Чувствуешь себя терминатором. Тихо. Вас... Да-да-да-да-да, я убежал. Я побежал и убежал. Потому что мне насандалили в спину. Райс, жди меня. Все. Ну вы, ребята, блин. Крепкие щитобойцы, я имею в виду. Ну, Прайс с ними успешно расправился. Он ранен. Вот так, дядя. Тут пушек, кстати, насыпали прилично. Скар с тепловизором, причем уже не первый, которого я вижу на этом участке миссии. Прям реально не первый. Прям очень хотят разрабы, чтобы я его взял. И я его возьму. Вот этот эпизод, кстати, в ремастере длиннее. Я не помню, чтобы здесь в оригинале мы так долго сидели.
Вроде все. Еще раз по патронам, по гранатам. Вот, спасибо, кстати, за гранаты. О! Разведданные. Это приятно. Оба, оба-на. Вас мы тут ждали. Еще спасибо за гранатки. Оксид, я Батчер 5 главный. У нас тут шнур взрывного устройства перерезали. Прости, прости. Машинально. Времени нет. Ух ты, сучка. Заныкалась. Вот это да. Вот это да. Ну, взрываем так взрываем. Чего нет-то? Ну что, ублюдки. Главное не стрелять по бочкам. Бить точно в цель. Иначе все полетаем. Внимание, я Голд Игл. Произошло вторжение на объект. Приступаю к выполнению директивы. Не, конечно, у Шепарда есть определенный пунктик. Определенный пунктик точно присутствует. Потому что такой позывной Голд Игл себе выбрать, это надо быть достаточно обиженным жизнью. Золотой орел. Ё-моё! Экскалибур, я Голд Игл. Приказ открыть огонь. Групповая цель Ромео. Вблизи позиции дружественных войск. Сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Клёво рифмуешь, Шепард. Да когда это Шепарда волновал? Не мучайтесь, братцы. Вы всего лишь наемники. Но меня вот эта сцена, кстати говоря, всегда так очень цепляла. Не знаю, какая-то она драматичная, такая пафосная. Вот эти солдаты Shadow Company, полумертвые, горят. В ремастере это еще и выглядит красиво. Ну, козлы, а. Еще, кстати, Прайс подпускает мне в спину пулик. Причем много так. Это я уже не первый раз замечаю, что меня могут дамажить союзники. Братцы. Да ёлы-палы. Фух. На волоске уже который раз. Не, конечно, и Сер это прям топ. Мне она всегда особенно нравилась в МВХе второй. И тут она прям раскрывается полностью. Очень хочу мультиплеер. Здесь должен быть выход к реке. Пошли. Они сразу за углом. Финал. День седьмой. Джон Соуп Мактавиш, точка Хоутел Браво, Афганистан. Быстро на борт! Ну что, Шепард, я за тобой. Мы за тобой. Да свершится правосудие, как говорила Мэв, смотрящая в ночь. Сдохните, мрази. Прайс, конечно, их отстреливает, но про... Нашу стрельбу тоже забывать не стоит. У нас УЗИшка в руках. Хотя, конечно, прицельно стрелять тяжело. Но хотя бы легкий такой подавляющий огонь вести можно. Давай, 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 давай. Блин. Ну, у тебя и свита, конечно, Шепард. Капец просто. Три вертолета, столько лодок. Капец, блин. Тяжело оторваться на открытой-то местности.
Твою мать! Как же херачат, как же херачат! Блин, ребят, эта миссия стала безумно красивой в ремастере. Просто слишком красивой. Она была безумно пафосной, стильной в оригинале, но здесь это просто космос. Слишком красиво выглядит. Ёлки-палки, тут пороги. Прайс, тебя там не укачало? Давай. Аккуратно маневрируем. Тут, конечно, такие горные реки, что мама родная. Как же тут маневрировать? Удивительно, что вообще не разбились нахер. Никаких пейвлоу. Готов! О-оу! Какой же красивый ремастер. Слов нет. Не знаю, что сказать, кроме совершенно искреннего восхищения. Ну что, пилот, долетался? Отсыхай. Оружие-то надо перезаряжать, брат. Черт. Вот она, паскуда. Живая еще. Ну везет же гаду. Очень сильно везет. Ах ты, сука. Пять лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек, а этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Нет, давай, к оружию.
Ну все. Прощай, говнюк. Все, вставай. Я говорил, у нас билет в один конец. Знаю. Ведь нас будут искать. Николай, надо помочь Солу. Да, есть тут одно местечко. Вот и все, мои дорогие друзья. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered завершена. Я даже не знаю, что сказать. Это было прекрасно. Абсолютно. Шикарный ремастер, шикарные игры. Я безумно люблю Modern Warfare 2. Наиграл много часов в мультиплеере. И я рад, что все-таки выкатили Infinity Ward ремастер. Конечно, не в самое удачное время они его выкатили, но так или иначе. Activision, Infinity Ward, всем-всем-всем, кто делал этот ремастер, большое почтение и уважение. Собственно, давайте по порядку. Сюжет. Сюжет прекрасный. Да, русофобный. Да, ни слова по-русски в свое время вызвало много хайпа, но так или иначе, сюжетная сторона, постановка миссий, катсцен, диалогов, все просто на высочайшем уровне. Намного лучше, чем в первой МВ. Дальше, графика. Ну, собственно говоря, глупо прикапываться. В ремастере она шикарная. Да, все сделано на движке еще первого ремастера, который вышел в 2016 году, но это не отменяет того уровня качества. Абсолютно чудесного. Прям реально, картинка очень сочная. Она и в оригинале, кстати, была неплохая, но здесь... Просто мое почтение. Зимние уровни в Афганистане, ну это просто хочется распечатать и повесить на стену. Далее, звуки и музыка. Музыка Ханса Циммера абсолютно шикарная. Наша озвучка и оригинальная, кстати говоря, тоже прекрасная. Да, некоторые роли были перезаписаны, и это чувствуется. Перезаписан был Фоули, я сразу это понял. Но перезаписали также и Прайса. Некоторые реплики, я точно помню, что звучали совершенно другим образом. Это прям видно. Но это и хорошо. Хорошо то, что оставили Владимира Антоника в нашем дубляже на озвучке. Собственно, он был и в 2009 году, и сейчас остался. Это мое почтение. Это круто сделали, молодцы. И некоторых других персонажей, мне кажется, тоже перезаписали. Реплики звучат чуть-чуть по-другому. По-моему, Шепарда перезаписали. Перезаписали, по-моему... Соупа, но не берусь утверждать. Но озвучка прекрасная. Единственное, что я не понял, зачем поменяли название некоторых миссий. ДДБТ. День другой, беда все та же. Это же коронная реплика в этой заставке к первой миссии звучит от Шепарда. Зачем поменяли на курс молодого бойца? Не совсем понимаю. Финальные миссии. Все как раньше. Что все как раньше? Как в былые времена. Эту же фразу говорит Прайс. Но он, правда, говорит... как в прежние времена. Ну, хотя бы так. Не понимаю этого. Зачем переделали. Ну и геймплей. Геймплейная сторона богатейшая. Абсолютно
Здесь нет никаких претензий, мультиплеер, мое почтение. Но раз уж мы судим по одиночной кампании, то опять-таки музей, который вы видите сейчас, также подкупает. И, блин, вот не к чему в игре прикопаться. Только к некоторым мелочам, которые я лично для себя отметил. На самом деле, некоторые моменты в финале игры меня уже так как-то не то чтобы покоробили, но я обратил на них внимание. Как-то видоизменили немножко катсцены. Та же часть в неоконченных делах, когда Шепард убивает Гоуста и Роуча, буквально вот немножко поменяли ракурс камеры, и все, и уже другое ощущение. Ну, опять-таки, это лично моя такая претензия. По-другому выглядит. Но, тем не менее, круто. Тот же финал, допустим, битва с Шепардом. Битва Прайса с Шепардом, опять-таки, немножко поменяли, немножко мув, движения другие, все, уже немножко, как бы, другое настроение. Но, опять-таки, это претензия лично моя, это лично мое видение. Но добавили несколько клевых вещей. Допустим, помните тот момент, когда Шепард забирает запоминающее устройство у Роуча, и Роуч его за руку держит. Это круто сделано. Плюс, конечно, ну... Нельзя пропустить мимо себя видоизменения некоторых лиц, персонажей. А тот же Шепард, ну, слишком поменялся. Ну, слишком поменялся. Он реально похож на Ника Оффермана, который «Я человек простой». Вижу колду, ставлю лайк. Но, так или иначе, ремастер очень годный. Мое почтение. Что могу сказать... Всем советую, друзья, подождите пиратку, когда она будет, там будет эмиссия «Ни слова по-русски», в нее тоже можно будет поиграть, я уверен, графонистый Макаров, это великолепное зрелище, но я не без удовольствия провел время за этой игрой, она действительно классная, она интересная, она очень пафосная, очень трагичная, безумно стильная и интересная. Всем, друзья, рекомендую. Ознакомьтесь с оригиналом, ознакомьтесь с ремастером. Я очень надеюсь, что завезут мультиплеер, завезут спецоперации. И тут уж мы оторвемся по полной. Но все силы разработчиков сейчас уходят на MV19 года, которая получилась... Но там были тоже свои хорошие стороны. В любом случае, друзья, я благодарен вам за просмотр. Спасибо большое за то, что были со мной. Я надеюсь, вам понравилось это прохождение. Спасибо большое за то, что поддерживаете канал рублем. Собственно, благодаря вашим донатам есть возможность покупать новинки в сфере игропрома. Та же MV19 года, та же MV2 Campaign Remaster. Все, друзья, благодаря вам. Спасибо большое, что приходите на стримы. Спасибо большое, что смотрели данное прохождение. Спасибо большое Activision, Infinity Ward, Binox за то, что выкатили этот ремастер. Ждем третью часть, естественно. И, друзья, всем удачи. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, не болейте. Всем удачи, всем пока.